Вас приветствует канал «Уральская усадьба». Сегодня у нас 28 июня 2017 года. Будет производиться сборка навеса в виде павильона шириной 4 метра, длиной 6, шагом 2 метра. Каркас произведен из профильной трубы 40 на 40 и 40 на 20 наполнения. Также будет использоваться поликарбонат. Ширина поликарбоната 6 мм. Цвет поликарбоната черный. Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня мы строим павильон для того, чтобы в нем кто-нибудь сидел, возможно, курил. Так это выглядит спереди. Размеры у нас, значит, ширина 4 метра, длина 6, высота в коньке 3,5 метра. Внутри будут стоять скамеечки. Итак, мы практически закончили монтаж павильона. Павильон-беседка для отдыха. Находится он на территории крупного логистического центра. Вот только часть здания. Павильон предназначен для отдыха, возможно, для курения водителей и персонала центра. Размер у нас 4 на 6. Поликарбонатом обшитым толщиной 6 мм. Цвет бронза. Каркас у нас сделан, основная часть из трубы 20 на 40, труба 40 на 40 также используется для прогонов, для усилителей ферм. Столбы из трубы 40 на 40. Также у нас сделаны скамейки, вот осталось прикрутить пару досок буквально. И сделать спинки, куда будут облокачиваться люди. Конструкция у нас закреплена в земле с помощью прутков, приварена, закрашена. Беглым взглядом их и не увидишь. В верхней части на половине конструкции сделаны продуки. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!